Всем пламенный привет, друзья! И сегодня я покажу вам композицию, которая называется Love Yourself, исполнителя Энтони Кейраус. Я вчера ехал на машине и услышал по радиорекорду эту песню. Решил ее зашазамить для того, чтобы ее подобрать и показать, как она играется. Эта песня, кстати, в настоящее время занимает вторую позицию в чарте радиорекорда. Эта песня погрузила меня в ностальгические воспоминания о том периоде моей жизни, когда я, будучи молодым и красивым, приехал в город Санкт-Петербург на Sensation. У меня, кстати, даже остался магнитик. Вот этот самый магнитик Sensation. Это воспоминание о том периоде моей времени, о моей беззаботной холостяцкой юности. Эх, времена. Ну ладно. Сейчас я покажу, как играется эта песня. Я ее сначала сыграю фингерстайлом, затем я сыграю перебор, сыграю бой и покажу вступление, вступительную часть. Нажимаем каподастер на шестом ладу, аккорды АМ, далее аккорд F, далее аккорд G и аккорд ЕМ. Если играть ее перебором, то самый элементарный перебор. Мы дергаем пятую, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая. Такой же перебор играем на каждом аккорде. На аккорде F берем шестой бас, на аккорде G. Кстати, аккорд G в данном случае можно играть без мизинца, зажимая только на шестой и на пятой струне две ноты. И последний аккорд, аккорд ЕМ. Теперь как играется бой. Показываю в медленном темпе. Удар вниз, вверх, глушение, вниз, вверх и два раза вниз. Так, теперь как играется она в фингерстайл стиле? Ну, на самом деле, тут тоже ничего сложного нет, по крайней мере, для, не знаю, как для вас, конечно, но начало, по крайней мере, очень просто играется. В медленном темпе.
В описании под этим роликом я выложу другие свои видео на клубные композиции. Ну, условно, можно их назвать клубными. Это Basta Again and Go, который я еще сделал в 15 или в 16 году. И есть у меня видео 12 популярных композиций на гитаре. Это видео набрало максимальное количество просмотров, более 200 тысяч. Песни популярны были в то время, друзья. То есть, почему я написал популярной? Они были именно в ту бытность популярны. Сейчас, может быть, эти песни уже и не так актуальны, как в то время. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, не ставить дизлайки. И до новых встреч. Пока.